Вітаю на каналі ТВ5. Тема дня. Рівно за тиждень у Запоріжжі стартує другий міжнародний екофорум. Саме про це ми говоримо сьогодні з нашим гостем, заступником міського голови Валерієм Еделєвим. Пане Валерію, вітаємо вас. Отже, перше питання таке: чому знову вирішили провести екофорум? Вопросы экологии в нашем городе стоят достаточно остро, и жители города систематически их поднимают на любых социальных опросах, на любых встречах, в личных приемах. Поэтому одним из первых поручений, которые дал мне Владимир Викторович Буряк, когда был избран мэром, это была задача в значительной степени активизировать работу управления экологией. Было принято достаточно много управленческих решений, сделано мероприятие. Одно из них – это мы приняли решение в прошлом году провести экофорум. Для чего? Для того, чтобы в значительной степени улучшить ситуацию в городе в плане возможности реализовывать всевозможные экологические проекты в нашем городе. То есть вот создание такой экосистемы в городе, что здесь созданы все условия для того, чтобы технологии, которые улучшают экологическую ситуацию в городе, они ожидаемы, они востребованы. И мы для этой цели приглашаем достаточно много гостей. Вот в прошлом году мы провели этот форум, и он показал очень значительный интерес и горожан, и гостей со всей Украины, которые приехали на экофорум. В этом году, проведя в те же сроки второй, мы видим, что мы не ошиблись, потому что уже более 80 экспонентов, которые дали согласие выставиться своими экспонатами на выставке, и более 200 спикеров, которые приезжают к нам в гости, для того, чтобы высказать свои предложения по 8 направлениям, по которым работает экофорум. В том числе и гости из дальнего зарубежья. Это Канада, две делегации из Германии, Китай, Франция, Чехия, Азербайджан. И пусть меня простят, если я кого-то не сказал. Литва, по-моему, тоже есть. То есть достаточно большое представительство зарубежных стран. Это депутаты Верховного Совета. У нас будет площадка, которую мы дадим возможность выступить нашим детям. Это образование выставляет. Это тоже ноу-хау нашего экофорума. И художники со всей Украины выставят свои произведения искусства, которые будут отображать природу нашого красивого Запорізького краю. Ось ви казали про 8 напрямків. Можна трошки докладніше? Що це за напрямки? Так, звісно. Це секції охорони воздушного басейна. Тобто ми тут будемо говорити про те, які на сьогоднішній день існують можливості і направлення, зв'язані з охороною воздушного басейна нашого міста. Це один із найбільших питань в місті, тому ми і придаємо йому достатньо велике значення. Система контролю і моніторингу стану окружающей природы. Это вторая секция. Третья – энергосбережение, энергоэффективность, охрана водных ресурсов. Кстати, хочу сказать, что у нас достаточно много времени будет уделено, опять-таки, одному из направлений, которым мы сейчас работаем, это охрана малых рек города Запорожья. Это целая программа, она должна быть принята у нас в этом году на сессии городского совета, и Владимир Викторович достаточно много внимания уделяет и этой программе. Переработка промышленных и бытовых отходов – это достаточно серьезное направление. Это актуально. Конечно. Борьба с карантинными растениями. Я хочу сказать, что город Запорожье в этом направлении тоже сегодня занимает не одну из передовых, а я считаю, мы лидеры в этом плане по всей Украине, и к нам с вопросами обращаются практически со всех регионов нашей страны с просьбой помочь реализовать такую же программу у них в городах и областях. Экологическое образование, я уже сказал, у нас будут работать все ректоры вузы, у которых есть кафедры по экологии запорожские, и достаточно много волонтеров, студентов, которые будут принимать участие, и наш департамент образования предоставим площадку нашим детям, которые учатся в школах, имеющих экологическую направленность. И самая последняя секция, это которая будет представлять проект «Промис», который является нашим партнером, это «Эко-офис». Очень интересное направление, в Европе достаточно востребованное. Вони розкажуть об цьому. Це щось новеньке, так? Так, це нове. В минулому році такого не було. Буде виїзна секція Асоціації містів.
проведена. И в рамках проведения нашего экофорума будет проведен чествование 65 лет нашего ботанического сада. Это уникальное. Ось про це я і хотів запитати, що в рамках форуму відбудеться там велика конференція ботанічних садів і дендропарків. Достаточно интересная акция, достаточно интересное мероприятие. Очень много гостей приедет на это мероприятие, на второй день будет проводиться. Уже сегодня есть предложение гостей, которые приедут к нам, учитывая, что у нас есть такой уникальный парк, сделать Запорожье городом-садом. Выступят, наверное, с таким предложением. Во всяком случае, они спрашивают, не возражаем ли мы. Конечно, не возражаем, мы согласны. Каждый из гостей, который приедет к нам в гости на празднование, привезет уникальные растения, эксклюзивные растения, которые есть только у них в ботанических садах. Они привезут нам и подарят эти растения, чтобы мы высадили у себя. Тоже очень много акций, очень много интересного. Всех гостей нашего экофорума ждет интересная и, самое главное, очень плодотворная и полезная программа. Ну, екофорум, взагалі-то, ну, це потужний комунікаційний майданчик, в якому беруть участь дуже багато експертів з охорони навколишнього середовища. А чим може бути цікавий цей форум, ну, для містян, для запоріжців? Прежде всего, я хочу сказать, что наш экофорум существует во многом благодаря крупным промышленным предприятиям нашей промплощадки. Это Запорожсталь, Днепроспецсталь, Коксахим, огнеупорный завод. Своим участием, своими финансовыми взносами они практически поддерживают бюджет этого форума. Почему было принято такое решение привлекать к работе экофорума именно те предприятия, которые несут основную нагрузку в нашу экологию? Ну, из истории мы прекрасно знаем, что та промплощадка, которая была построена в прошлом веке, мы от нее никуда не денемся. Это и рабочие места, это и заводы, которые мы просто так на раз-два с города не уберем. Поэтому в постоянном диалоге, работая с этими предприятиями, мы ищем возможности для того, чтобы ослабить эту нагрузку. То есть проводить какие-то мероприятия, внедрять новые технологии и проводить огромные работы. Поэтому на этой площадке мы предоставили возможность этим предприятиям рассказать о той работе, которую они сегодня делают в этих направлениях. Громадный объем работы, плюс, вы знаете, мы заключили меморандум с этими предприятиями, которые дополнительно к своим обязательствам перед бюджетом, они уже 1,5 миллиарда гривен внесли дополнительных средств на улучшение экологической ситуации у нас в городе. Это большая работа. И для этой цели мы пригласили эти предприятия. Жители города, придя, могут познакомиться с этими проектами. Я уверен, что в нашем городе очень много общественных организаций, которые заинтересованы в улучшении экологии. Вот вам площадка. Пожалуйста, приходите, общайтесь и работайте. И еще один вопрос. К нам очень... Для чего мы делаем этот экофорум? К нам очень много предложений приходят компании, частные компании, которые предлагают городу те или иные оборудования, которые улучшают экологию. Это и сброс воды, это и мониторинг, это и экологические автобусы, которые предлагают. Мы всем говорим, пожалуйста, хотите к нам в город входить? Пожалуйста, вот есть экофорум, это площадка, показывайте свое оборудование для нас, для специалистов и для горожан. Если вы прозвучите, как говорится, положительно и хорошо, будем с вами вести переговоров. Хватит под столом чего-то там кому-то рассказывать. Вот, если вспомнить минулий рік, які результати були і чого очікуєте від цьогорічного вже форуму? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что всего лишь проведя один экофорум, мы уже серьезно в Украине прозвучали как город, который серьезно относится к вопросам экологии. А нас заговорили. Вот мы за это время сделали две больших вещи. Вот одна вещь, мы практически заявили о том, что мы работаем очень направленно, целенаправленно в плане улучшения экологической нагрузки на наш регион. И второе, это IT-форумом. Мы сказали, что мы являемся одним из центров, который внедряет новые IT-технологии в работу крупных промышленных и мелких промышленных предприятий. То есть мы являемся центром IT-технологий для всей Украины. Это мы создали. То есть уже есть такой имидж. И к нам уже едут с большим интересом. Вот если в прошлом экофоруме у нас было там порядка 120 или 110 спикеров, то в этом году уже более 200, которые хотят выступить, но у нас уже времени нет, 3 дня не хватает для того, чтобы дать слово каждому. Поэтому мы уже ведем отбор. То есть мы уже... И к нам уже едут все с большим и с большим интересом. Если мы еще 3-5 лет такое проведем, поверьте мне, центр экологических... Будет тиждень робити. Да, центр вот работы в этом направлении в плане улучшения экологии будет не в Киеве, а в Запорожье. А ось таке питання. Ну, зрозуміло, чому це цікаво містянам, то запоріжцям, нашим підприємствам. А чому так багато закордонних гостей? Навіщо це їм?
Вот простой пример. Есть, я говорил о том, что мы на сегодняшний день очень большое внимание уделяем реновации малых рек города Запорожья. Все понимаем, что эти малые реки впадают в реку Днепр. Река Днепр является европейской рекой. И в Европе очень большое внимание уделяют, есть такая программа реновации малых рек Европы. Но, к сожалению, несмотря на то, что Днепр европейская река, в эту программу мы не вошли. То есть там вошли только те реки, которые входят в страны ЕС. Но Европа прекрасно понимает, что нельзя создать экологическое какое-то пространство без Украины, без рек Украины. Поэтому, проводя вот эти форумы, привлекая иностранных гостей, и они уже с интересом смотрят на нашу работу, они планируют. Почему? Потому что, вот, чтобы вы поняли, программа очистки малых рек – это громадные финансовые потоки, которые нужно внедрить для того, чтобы действительно получить результат. Мы сами не справимся. Но и результат будет не только на Украине, но и на всей Европе. Поэтому это площадка для поиска тех моментов, где бы мы вместе поработали в этом направлении. Отсюда этот интерес. Ну, канадские специалисты едут сюда, они исторически как бы чувствуют ответственность перед Украиной. Это вот у них где-то в ментальности есть у канадцев. Они достаточно открыто хотят помогать и с большим удовольствием едут передавать свой опыт. Вот то, что мы сейчас проходим в плане улучшения работы промплощадки, переходя на другой уровень, они прошли лет 20-30 назад. Вот еще в 70-е годы прошлого столетия у них была такая же проблема. Ну, у них есть цель, они уже досвид. Это прошли, и они нам с удовольствием рассказывают, как они сделали. Ну и так далее. В Магдебурге свои интересы с Оберхаузеном, потому что они едут, мы города-побратимы, у нас достаточно хорошие. Для меня загадка, почему к нам едут китайцы. Ну, приедут, узнаем. Ну що ж, дякуємо вам. Отже, це був Валерій Еделєв, заступник міського голови. Говорили ми про екофорум. Приходьте, це буде корисно та цікаво.